Смертельный случай. Каннские следователи проводят проверку по факту гибели полугодовалого ребенка в межрайонной детской больнице. Девочка вместе со своей мамой поступила в стационар, где их разместили в палату интенсивной терапии. Малышка скончалась в этот же день. 8 января 2018 года в следственный отдел по Каннскому району поступило сообщение о том, что в Каннской детской межрайонной больнице умер ребенок. По данному факту проводилась проверка, в ходе которой была произведена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой пока не получены, потому что она производится. 15 января 2018 года следственным отделом по Каннскому району возбуждено уголовное дело по данному факту по части 1 статьи 109 по факту причинения смерти по неосторожности. Причина смерти ребенка устанавливается. Медицинская экспертиза может занять не один месяц. С какими жалобами мама и ее малышка поступили в стационар и какой диагноз был поставлен девочке, не сообщается.